штрафной удар это был, получается. И гол от штанги Эммануэль Ромес увеличивает разрыв в счете. 2-0. Славия укрепляет свое преимущество. И это, конечно же, серьезно. Дыбанюк голову вставляет, но отбивает. Свет получает по ногам в этом пенальти Ромес. И это пенальти. Это пенальти для Славии. Ну, тут показывает вроде бы всем видом сидя после игра в целом. Выход 1-1 Ложкина. Ну, да, зарядил по ноге Вакулича Ромесу. Выше ворот пролетает в моменте еще. Класснейший удар от Ромеса.